Россия и Беларусь могут ввести единую визу по принципу европейского Шенгена. Об этом заявил сегодня Дмитрий Медведев на заседании Совета министров союзного государства. Одной из главных тем стало расширение торгового партнерства. Как отметил российский премьер, на рынке продовольствия Беларусь вместе с другими участниками Евразийского экономического союза успешно заполнила нишу, которую ранее занимали западные страны. На пресс-конференции по итогам заседания Дмитрий Медведев также напомнил, что в отношении Украины до сих пор действуют торговые преференции. Однако, как только соглашение Киева об ассоциации с ЕС вступит в силу, об этих льготах придется забыть. Экономическая же выгода от сотрудничества с Европой тоже выглядит сомнительной. В настоящий момент количество товаров, которые поставляет Украина на европейский рынок, не увеличилось. А по отдельным, наиболее конкурентным позициям, например, по таким, как зерно и некоторые другие сельхозпродукты, наши соседи меньше поставляют, чем это было до подписания соглашения об ассоциированном членстве. Почему? Потому что в отношении Украины Европейский Союз ввел квоты. Ну вот, такие преференции для украинских поставщиков. Они сами должны выбрать, значит, как им дальше жить.